Пока же основная ледовая площадка города закрыта, покрытие там растопили. То же самое грозит недавно открывшейся арене в Заводском районе. В Новом Фоке надзорные ведомства выявили ряд недочетов, из-за которых могут приостановить работу объекта. Грозит ли закрытие Новому Фоку, узнал Станислав Жижин. Его ждали почти 7 лет. Ледовую арену в Заводском районе начали строить еще в 2006 году. На время работы приостанавливали из-за нехватки средств. Но деньги нашли, комплекс достроили и открыли в конце прошлого года. Правда, запал на этом закончился. Жители, ради которых по плану строилось здание, могут смотреть на него только снаружи. Вопрос возникает в душе. Странно, построили ФОК вроде бы, да? А вот не вижу, чтобы открытие было такое достаточно пышная. Но вижу, в основном занимаются, приезжают мужчины на машинах там, с мешками, наверное, они там занимаются хоккеем. Но чтобы дети вот такое повальное было туда хождение, нет, я не видела. Ворота и калитка, говорят местные жители, открыты. Попасть на территорию можно свободно, но не всем, а лишь избранным. По вечерам здесь очень много народу. После работы обычно здесь люди в основном приезжают в хоккей играть. Ночью. Какие, взрослые, дети или кто? Ну, взрослые, в основном мужчины, да, лет по 30. Я в основном вижу таких, не знаю, может быть, и дети, конечно, есть. Я не видел. А еще хоккеисты детского спортивного клуба, начинающие фигуристки и другие будущие звезды. Для них план составлен без единой свободной минуты. Правда, посетители со стороны, а точнее с окрестных домов, в этот план не входят. Вообще это предназначено для занятий школы Олимпийского резерва по хоккею. И дни забиты с утра и до позднего вечера хоккеистами. А просто вот ребята, вот, допустим, с домов отсюда откуда-нибудь захотят прийти, когда как вот они... В хоккей поиграть? Да. Не получается у нас исключительно из-за загруженности тренировочным процессом. При этом Министерство спорта региона причисляет ФОК к общедоступным. Даже включили в расписание графу «Свободное катание». Правда, на это отводится один день и всего полтора часа. ФОК Заводской на данный момент принимает всех желающих, жителей Заводского района, жителей города Саратова, по выходным, воскресенье сейчас идет с 4 часов и до половины шестого. Однако сейчас и это под большим вопросом. ФОКи, которые ускоренными темпами пытались сдать срок, могут запретить тренировки вовсе. Специалисты различных ведомств выявили массу недочетов, которых в спортивном объекте быть не должно. На этапе оформления лицензии возник ряд вопросов у контролирующих, у надзорных ведомств по поводу того, что есть там определенные несоответствия. Сейчас эти вопросы устраняются в рабочем режиме, соответственно, теми подрядчиками, которые выполняли подрядные работы по строительству и сдаче в эксплуатацию этого объекта. Об этом зампред Михаил Горемыко рассказал еще месяц назад, однако с того момента дело не сдвинулось. Например, ступеньки рядом с ледовой площадкой, которые забраковали пожарные, до сих пор на месте. А это значит, что ФОК, построенный для жителей, могут в любое время закрыть до устранения причин. Станислав Жижин, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов.